Мы находимся на территории русского сада в Израиле. Здесь находится Русская Православная Церковь Московского Патриархата. На берегу озера Кинерет. Сейчас мы подойдем к этой церкви. Сегодня воскресенье, ну, и церковь закрыта. Собственно говоря, здесь это монастырь женский, русский сад, так его называют в народе. Просто подойдем к церкви, посмотрим. Очень симпатичная, симпатичная церквушка. Так ухожено. Это вот дерево, это ливанский кедр.